ВК, Ютуб и Инстаграм. Бесплатно раскрутить можешь сам, подписчики, лайки, репост. Все просто и бесплатно в нем. vkmix.com. Мощный способ стать популярным. Короче, здорово, я всем покажу, как сделать оружие, ты сам понимаешь, за 5 минут. Заходим в Google, пишем 3D модели оружия для 3D Max. Заходим на любой сайт, качаем. Открываем. Переносим на рабочий стол, например. У меня уже скачано. Да, замените. Заходим. Надо. Заходим в 3D Max. Нажимаем открыть. Нажимаем на то, что скачали. Что-то не то. Надо было нажимать. Купили. Континь. Все. Вот с этой пушка появилась. Сейчас мы должны загрузить. Так. Обычный Дигл Сампа. Любой. Во. И нашу пушку под него подровнять. Ручку, всю хуйню там проще. Так, о. Теперь, короче, выделяем наш дигл. Заходим вот сюда. Тут еще мы тач и оттачим. Окей. Теперь я заявление написал. Тут, короче, удаляем наш старый дигл. Вот, чисто наша текстурка осталась. Сейчас, короче, заходим сюда. Сюда. Тут он скифку. Экспорт. Вот тут так заменяем. Сейф, да. Короче, потом берем любой это экзотичный дигл. Вот. Там где-то папка. Закидываем, короче, сюда. Меняем. Заходим. Это все удаляем нахуй. Кроме последнего. Тут пишем так. Название текстурки, которая шла с моделью. Так, 9B. Окей, так импорт. О, сейф. Можно было бы еще иконку сделать. Это лень, бать. И всякие там еще туториалы, как там сделать иконку, да как сделать. Это XD, это хуйня. С, блядь, начала. С нуля. И вот, короче, ваш игл готов. Вот, короче, что у нас получилось. Конечно, без иконки. Ну, это вы уже сами будете делать. ВК, Ютуб и Инстаграм. Бесплатно раскрутить можешь сам. Можешь сам. Подписчики, лайки, репост. Все просто и бесплатно в нем. vkmix.com. Мощный способ стать популярным.